Второй год в рамках Восточного экономического форума Сбер проводит региональный демо-день молодежных акселераторов. На мероприятии выступили 5 команд школьников и студентов Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев. Участники представили проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и 3D-печати. Я всех поздравляю, кто прошел до этого этапа. За год появились новые технологии, появились большие модели, которые решают разные задачи. Но я уверен, что среди участников, которые сегодня здесь, появятся еще более новые, самые современные идеи. В этом году в акселераторах Сбера приняли участие 2700 ребят, которые несколько месяцев проходили программу по основам предпринимательства и дорабатывали свои решения вместе с персональными менторами. Один из финалистов демо-дня участвует в программе второй раз, но уже с новым проектом. Сбербанк в первую очередь выступает как организатор, и вообще Сбербанк дает такую прекрасную возможность участвовать в этом мероприятии, акселератор. Он как раз-таки дает этих менторов, он устраивает мероприятия, он устраивает конкурсы, которые способствуют конкуренции и развитию проектов. Мы участвуем в школьном акселераторе второй год. В прошлом году у нас была система с роботом-доставщиком, который будет работать на производствах или в каких-то открытых помещениях. В этом году у нас проект быстрого и доброго обращения за ветеринарной помощью. Это ветеринарный ассистент, чат-бот. К нему владелец животного может обратиться по любому вопросу. Это первая помощь, лечение или уход. В ходе демо-дня предложение от инвестора получила команда студентов из Хабаровского края. Их проект «Шапи» представляет собой онлайн-векторный графический редактор для создания IT-компаний. Начали делать, но пока делали, столкнулись с целой кучей подводных камней. И с технической стороны, и с стороны финансовой, и со стороны всяких разных вещей. И потом в какой-то момент увидели рекламу в университете Сберовского акселератора о том, что он проходит, и подумали о том, что можем, в принципе, сюда зайти, прокачаться в навыках предпринимательских, которых нам, откровенно говоря, не хватало вот на тот. Отметим, прием заявок в новый сезон студенческого и школьного акселераторов Сбера продлится до 1 ноября. Финалисты смогут получить дополнительные баллы по ЕГЭ и поступить в лучшие вузы страны без экзамена. А победители и призеры студенческой программы получат гранты на развитие своих проектов. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.